Друзья мои дорогие, всем большой привет! Вы на канале Вязание и я, меня зовут Юлия. Я решила сегодня вместе с вами повечерить, у меня вечер. Я немножечко подзаморилась за целый день и ничего не хочу делать. Думаю, а почему бы мне не пообщаться со своими дорогими зрителями? На самом деле мне очень понравился один тег, автор которого Наталья Бобракова. Я оставлю ссылочку на канал автора. Огромное спасибо Наталье за замечательные вопросы, зимние вопросы, вдохновляющие вопросы. Я даже подготовилась к этому тегу, потому что я прочла заранее вопросы. И мы поговорим с вами и о пряже, и помечтаем, и поболтаем. Кому нравится формат болтушек, пожалуйста, оставайтесь со мной, наливайте себе чаек, кофеек. Берите с собой вязание и хотя бы вы повяжите вместо меня. Ну что, мои дорогие, поехали. Называется тег «Зима – отличная пора». И первый вопрос. Мороз и солнце – день чудесный. А для вас зима какая? Я, друзья, неоднократно говорила, что я человек осени. Я очень люблю осень больше, чем любое другое время года. Зиму я не люблю. Я не люблю холод. Я теплолюбивый человек. Зимой мне не хочется пойти погулять от слова совсем. Мне не хочется какие-то развлекательные мероприятия, типа горки, снежки и так далее. Все это было в детстве, но ну, вот во взрослом возрасте, допустим, мои подруги до сих пор с детьми, с мужьями ездят на горки, дурачатся наравне с детьми и получают от этого огромное удовольствие. Мне же вечно холодно. У меня сразу замерзают руки, нос, ноги, и все, я ничего не хочу, я хочу в тепло. Я не люблю зиму. Может быть, в другом климате зима не такая влажная, как у нас, не такая такая ветреная, как у нас. И она более приятная. У нас, если раньше вспомнить нашу зиму, да, она была зима как зима. И была достаточно комфортная. Сейчас у нас при минус 10 идет дождь ледяной. У нас идет снег, переходящий в дождь. У нас может быть сегодня температура минус 10, а завтра плюс 1. Вот эти вот качели э, по температуре, соответственно, у нас либо снег по колено, либо на завтрашний день мы все плывем. Что происходит сейчас, в принципе, на улице нет, пока еще снег лежит, но вот сейчас в данный момент идет дождь. Но на завтра обещают опять мороз. У нас не чистятся дороги, у нас не посыпаются дороги. Для нас зима это определенный квест. Когда хочешь пройти, проползи, хочешь проехать, ну, как-нибудь так. Э, на независимой подрезке, как говорится, руль в одну сторону, колеса в другую смотрят. Поэтому для меня зима, как время года, я его очень не люблю. Я люблю находиться на открытом воздухе. Для меня вот с весны мы выходим на улицу, в беседке мы живем, да, и заходим мы поздней осенью, когда уже холодно. Всю зиму практически все время я провожу дома. Когда я даже работала, для меня даже в офисных помещениях холодно, и дополнительно всегда стоял обогреватель, камин либо тепловая пушка, это шали, палантины, на себя напялить кучу гуней, потому что мне холодно, и я устаю от этой одежды, и, в общем, зима чудесная пора, когда смотришь на нее из окна. <laughs> это для меня. <laughs> вот. А как у вас? Напишите, друзья, любите ли вы зиму? <laughs> Или так же, как и я, любите смотреть в окно? Вопрос номер два: как влияет зима на ваше творчество? Ну вот в плане творчества я вам могу сказать так: у меня бывают зимой периоды, когда я попадаю в зимнюю спячку, как медведь. Мне очень сложно проснуться. При этом я засыпаю плохо, а утром не могу проснуться, раскачаться. И пока я раскачаюсь, полдня прошло. Вот в этом. Но такое не постоянно, такое бывает изредка. Но творчество вот именно зимой, оно, конечно, более продуктивно, чем в другое время года, потому что нет дополнительных каких-то хлопот по двору, не надо мести или грести или сажать, ну я хотя и не сажаю, но сыночек бывает прикалывается там, да, две грядки помидоров посадила и Занималась этими помидорами я, нет консервирования, нет, ну, в общем, больше свободного времени и, конечно же, больше времени на хобби, на вязание, но вязание для меня не просто хобби, а для меня это работа и, соответственно, 8-часовой рабочий день я отрабатываю стабильно за вязанием. Вот. Но нет вот этого, когда летом, например, очень жарко, до такой степени жарко, не выносим, что дышать жарко, не то, что вязать. И хоть какие составы ты в руки возьмешь летом, все липнет к рукам, спицы тоже прилипают к рукам. Не дай бог на тебе что-то будет лежать, поэтому что-то мелкое такое вяжется. А так очень сложно вязать летом, зимой, конечно, хорошо, единственное, что если бы зимой еще был световой день побольше, вообще было бы прекрасно, потому что темнеет рано вот мы даже с Аленой, да Алена живет в Германии, и у нас понятно, что часовая разница во времени, но вот она говорит, у нас допустим 7 часов ну, это даже и летом это не только зимой, вот у нас например 7 часов да, и у нас в 7 часов начинает сереть уже даже в летнее время, я имею в виду, в 8 у нас уже ну, как бы сумерки, в 9 уже темень. А у них в 9 часов солнце только начинает садиться. Поэтому э, светового дня зимой мне не хватает катастрофически. Вот. Но тем не менее, с большим удовольствием работаю зимой, легче, и идеи приходят больше, наверное, потому что связано это с составами и с зимними моделями. Зимних моделей в голове всегда больше, чем летних моделей или демисезонных моделей. А у вас, друзья, вот у меня как-то всегда мне хочется больше зимой... Работать зимними составами. Кстати, здесь, по-моему, такой вопрос есть. Да, вот, кстати, следующий вопрос. Что вяжете зимой? Как раз я перехожу плавно к этому вопросу. Э, хочется работать зимними составами. Что я вяжу зимой? В основном я люблю пушистики. Вы же знаете меня, да? Это всевозможные махеры, ангоры, э, кролики, я имею в виду норку там, да? Э, все, все спушенное, вспушенная альпака, вспушенный меренос, все все что связано с пухом. Я очень люблю эти составы очень во-первых они для меня шикарно смотрятся просто шедеврально, во вторых они легкие легкие повесы в то же время очень теплые, они легко драпируемые, они вообще они просто потрясающие я не могу пройти мимо пряжи, содержащей в себе пух. Также я люблю твиды, это шерсть в основном, да. Все, что связано с зимними составами, я начинаю вязать с конца, не с конца, а с начала осени. То есть осенью я начинаю вязать себе зимний гардероб, а к концу зимы я перехожу уже на весенние, ну, на демисезон сезон в основном. Но вот как показывает моя творческая практика за последние два года я очень мало вязала летних изделий. Я даже сама не понимаю, почему так происходит. Но вот даже, даже летом мне хотелось работать пряжей шерстяной, шер... шерсти содержащей, скажем так. Нежели там хлопками. Раньше я очень любила хлопок. Сейчас как-то я к хлопку и кольну, я начинаю остывать. У меня очень много льна, у меня очень много хлопка. Но как-то вот я равнодушно, что ли, к нему становлюсь. Почему сказать вам не могу? Не могу это объяснить. Руки просят у меня шерсть. Возможно, это пройдет. А если даже не пройдет, я совсем не буду плакать от этого. Я люблю мериносы всевозможные больше, конечно, я люблю гребенные мериносы, нежели кардные, но мериносы очень люблю тонкорунные мериносы люблю что еще ну, вот смотрю как раз на свой стеллаж в общем в основе своей зимой я люблю вязать зимние изделия. Ну и, конечно же, аксессуары, это и шапки, это и носки. И вяжу я не только для себя, но и в подарок. Опять я перескакиваю с вопроса на вопрос. Почему я не, не читаю вопросы тега обычно, чтобы не перескакивать, чтобы не знать, о чем говорить дальше. Да? Ну вот в целом, если отвечать на этот вопрос, что вяжу зимой, вяжу в основном. Шерстяные и пухосодержащие составы всевозможные, всевозможные За исключением козьего пуха Его я вязать не могу У меня на него аллергия Дальше, следующий вопрос Вяжете ли вы подарки к Новому году Или просто в, новогод... в новогодней тематике ну, вот как сказать, подарки, конечно, да, это в основном аксессуары. Я не вяжу в подарки плечевые изделия. Во-первых, чтобы связать плечевое изделие в подарок, нужно обладать мерками. Я не вяжу на глазок, я вяжу по меркам, я вяжу четко по расчетам. И если уж я вяжу что-то на подарок, я обязательно сниму с человека мерки. Но это бывает не на Новый год. Это вот я вязала кардиган для своей подруги, а так в основном нет. Это шапки, это носки, это шаль. Вот в этом году я показывала, да, подарков навязала, был ролик, посвященный тому, что я дарю. И носки это на постоянку, вот понимаете, я не знаю, и сначала, поначалу, когда были помоложе, даже моих друзей взять, не было какого-то такого энтузиазма у друзей, когда им дарил в, подарки, в подарок носочки, зато сейчас все заположняк. Я же говорю, Юля, а ты связала уже или еще не связала? А вы, вы же не говорили, что надо. Вот. И причем любят и на 8 марта получать такие подарки мои родные, близкие, друзья. И на Новый год, и на 23 февраля, в этом году я хочу еще и дополнительно связать на наличие, на продажу носочков. И носки как бы они вяжутся постоянно. Что-то, вот если можно назвать лапопейсом, который которую я связала перед Новым годом, как бы свитер под елочку. Да, мне, ну, это я не участвовала ни в каких совместных проектах, но был такой совместный проект свитер под елочку, проходил он уже второй сезон. Девчата вязали. И вот для меня новогодний все-таки джемпер, свитер это лапопейс Мне кажется, вот эта норвежская тематика нет ничего более новогоднего чем из плечевых изделий чем лапопейса или жакарды очень люблю и если вот можно назвать новогодним изделием мою лапопейсу, которую я связала, то, наверное, да вяжу, а так чтобы в новогоднюю тематику там какие-то снежинки, там что-то какие-то скотерки, там что там, игрушки еще вяжут на елочку. Все это я не вяжу. Вот многие девчата украшают свои дома, там вяжут всякие амигуруми, там ну, всевозможные, там на вешают на, ну вы поняли на что, да, вот делают как гирлянды. Я это все не люблю. Я этим украшательством не занимаюсь. Кто-то вот и на э, осеннюю тематику, там тыквы какие-то там, да, что-то еще в этом роде. У меня это все в доме отсутствует. У меня единственное, что украшается, это елка ставится. И у меня еще стоял в этот раз возле телевизора небольшой там сувенирчик, который я купила в фикс прайсе. Такой новогодней тематики. И все, никаких гирлянд, никаких этих блестюшечек по всему дому, у меня всего этого нет, поэтому я, я не вижу вот эти снежинки, например, да, красиво, смотрю, нравится, но у себя в доме я этого не вижу, и вязать мне это не хочется, я не говорю, что это плохо или некрасиво. Да нет, нужно вязать то, что хочется вязать. И если человека вдохновляет это, конечно, нужно это делать. Но у меня вдохновения пока на это нет. Но я не говорю, что я не буду это делать никогда, потому что, опять же, за время ведения моего канала, за пять лет я много раз говорила, я никогда не свяжу рванину. В итоге я ее связала, потому что попросил у меня ее сын. И так мне она понравилась, что сама да теперь себе хочу связать рванину. Я никогда там, там что я еще говорила, не свяжу, я не знаю, штаны теперь я хочу связать штаны. Не знаю, свяжу я их или все-таки я куплю и успокоюсь. Не вязаные, а обычные, да? Вот, не знаю. Поэтому говорить о том, что я никогда не буду вязать там салфетки, снежинки, какие-то там, может быть, шарики на елку, я не буду этого говорить. Я всегда говорила, я никогда не буду вязать игрушки. Мне недавно попалась, друзья, моя родственница в на просторах интернета в стране, ой, как, как это называется, ярмарка мастеров. На ярмарке мастеров продавался мастер-класс мастер по вязанию моей родственницы. То есть меня, меня в душе угадали, кто этот персонаж сказочный, но ну, кто дав давно за мной следит, те знают, потому что я мой самый любимый сказочный персонаж это баба-яга. Вот мы с ней родня, вот прям вообще вот обожаю. И, и я когда увидела эту бабу Ягу, я очень хотела приобрести мастер-класс. И я, друзья, смахнула случайно вкладку, где у меня был в корзину положен. А я на ярмарке мастеров даже не зарегистрирована. Я думала, ну я зарегистрируюсь, оформлю покупку мастер-класса. А я переходила как-то по ссылкам. То есть я, не, я ее вообще нашла чисто случайно. Я вообще искала что-то другое. И мне попалась эта баба яга что я забыла вообще, что я искала. И смахнула случайно эту вкладку. И теперь я ее не могу найти. Но это была потрясающая баба-яга, и я думаю, я же сама думаю, ну я куплю ее, буду ли я вязать эту бабу-ягу? Но она мне так понравилась, что, наверное, я бы ее связала. А такая яга классная, даже Славе показала, он говорит, мам, свяжи, свяжи, я тоже такую хочу. Вот, получила в подарок недавно 4 игрушки великолепные, связанные крючком. Ну, просто они меня, мне очень нравятся вязаные игрушки, но я их вязать не умею. Я в этом плане, простите за выражение, рукожоп. Я совершенно не умею вязать игрушки, у меня руки растут не с того места. Более того, мне кажется, у меня на все это не хватит терпения. Вот, но я никогда, я, хотя я говорила, я никогда не буду этого вязать. Вот никогда не говорю никогда. Вполне возможно, что я когда-то дозрею до, до елочных игрушек. Вот, как-то затянула я ответ на этот вопрос. Но подарки, да, подарки, да, я вяжу с большим удовольствием и дарю э, своим близким, родным, у меня не так много друзей, у меня всего три пары, с которыми мы общаемся, это две пары, это кумовья и э, еще одна пара, это коллега моего супруга с женой, вот, и все они любят ручную работу, уважают ее и понимают ее. Ну и мои родные, конечно же, мамы, папы, свекровь там, и так далее. Кому, кому я вяжу, бесплатно. И на подарки так, какой подарок, сделанный своими руками, вы бы хотели получить на Новый год? Например, связанная, сшитая, сплетенная и так далее. Ой, друзья, на самом деле я получала столько разных подарков. Если вы смотрели мой новогодний влог, я была в платье, которое я получала в подарок от Олечки Эппингер. Если Оля меня смотрит, Оль, тебе большой привет. Я только ради этого платья, наверное, и похудела. Платье, которое сшито из павлопосадских платков. Я, наконец-то, дохуделась до того момента, пока оно мне стало вновь как раз. Я его надевала несколько раз, 3-4, может быть, раза по великим праздникам. Это, во-первых, это ручная работа, во-вторых, это павлопосадский платок, дизайнерское изделие это фантастика от улички Эппингер я получала и валенный палантин и валенный жилет это фантастика вот недавно я получила валенную брошь я получала броши в подарок от лены орловой ручной работы которая автор которых евгения ворона и иные девчата это просто потрясающие изделия но броши они вызывают вообще зависимость они действительно вдохновляют, их хочется надевать, они они дополняют образ. Это вообще просто шикардос. Вот от не откажусь вообще никогда. Я получала в подарок, если говорить о плетеном, от Оли Еперовой плетеной корзины. Я получала в подарок от девчат шитые проектные сумки. Это тоже ручная работа. Вот на Новый год я получила в подарок картину по номерам. А перед этим, вот у меня там на стене тоже висит картина, которую мне подарила, писала Татьяна. Татьяна Макаренко, Танюшка, тоже привет, огромное спасибо. Я получала, друзья, в подарок, мне кажется, наверное, все, что можно сделать своими руками. И что бы я хотела получить, друзья мои, я настолько ценю ручную работу, я настолько дорожу этими подарками, они для меня самые дорогие. Вот ручная работа, игрушки, я уже оговорилась, да, вязаные. Для меня это настолько... Только дорогие подарки, я настолько их берегу и с большим, огромным теплом э, смотрю на них, имею, владею ими, да, и все время вспоминаю. Они мне напоминают о каких-то событиях. Вот, допустим, получала я подарок к Новому году. Я понимаю, что это подарок к Новому году. Вот картина, раз там, допустим, это э, Черное море. Каждый подарок ручной работы он запоминается. Как-то иначе, чем подарок купленный, но и подарки купленные. Вот я, знаете, когда даже получаю в подарок пряжу, да, я неоднократно говорила слова, произносила добро должно идти дальше. Я обожаю пряжу. Мне ее часто и много дарят мои любимые дорогие подруги, зрители. Для меня это тоже подарок наравне с ручным это Дорогого стоит, и я, когда бывает, даже вяжу из пряжи, которую миксую между собой от разных дарителей, и я могу подарить это изделие, и я произношу, что добро должно идти дальше. Я получила огромное удовольствие от работы над проектом, от работы с этой пряжей. Но я передала это добро дальше. Поэтому вот к подаркам ко всем абсолютно я отношусь очень трепетно для меня они очень дор дороги и я не могу сказать, вот я бы хотела получить вот там, например, там ту же брошь, да, или я бы хотела получить там что-то валеное, вот варежки валеные, вот они лежат у меня, я их, да, я их не ношу, я не могу это носить, если, допустим, жилет я, да, я ношу, платье я там, да, да я ношу, а вот э, варежки, палантин, да, это же произведение искусства, я этого делать не умею и мне жалко это носить, понимаете, валенки валеные, Олечка Эппингер тоже мне дарила валенки, я берегу, я их надеваю только когда у нас дома очень холодно и я сажусь на диване вяжу а моим ногам так тепло валенки, в смысле как носки, как носки домашние, вот эти вот валеные, это просто потрясающие работы, это это не, вот не передать такая от них идет энергетика, потому что они сделаны с душой вот даже пряжу красим девочки мои вот мы, я почему э, редко крашу пряжу я не могу красить ее как ремесленник я должна иметь вдохновение потому что даже вот подбор цветов между собой ну казалось бы там ага тот то с кем то посмотрели таблицу таб, ну допустим посмотрели на, на, на таблицу сочетания цветов э, на круг магический да э, выбрали там и раз раз набахали все нет нет я это настолько подхожу к этому процессу с вдохновением, с любовью. Я вкладываю частичку души в этот процесс. Я вижу, я вкладываю всю свою любовь, всю свою, всю свою добрую энергию, потому что когда я вижу, я добрая, когда я не вижу, я злая. Вот, поэтому все вещи ручной работы, все изделия: неважно, плетенные они, бисероплетенные, вязаные, валенные, неважно, они несут в себе определенную энергетику. Я бы хотела получить абсолютно любой подарок, если так стоит вопрос: какой бы подарок вы хотели получить, сделанный своими руками? Абсолютно любой, и он был бы для меня очень дорог. Вот так я отвечу. Какие зимние составы пряжи любите больше всего? Вот к этому вопросу, друзья, я подготовилась. У меня, друзья, самая огромная любовь – это як. Это самая-самая огромная любовь. Я люблю его больше кашемира. Это як или пух яка. Вот, например, например, у меня есть два яка в данный момент наличие вот такие. У меня был еще темный графит, который я подмешивала к твиду и вязала рванину для сына. Наконец-то мы купили ему джинсы, как он хотел, трубы черного цвета, и он приехал в Ростов, надел на себя. Он приехал в Ростов через пять минут, как он зашел в дом. Он включает WhatsApp видео, звонит мне, стоит на кровати в полный рост в рванине и в этих джинсах. Понимаете, то есть не было ни с чем было носить, он сегодня мог подобрать себе для этого изделия брюки. Вот, звонит мне, мам, смотри, рисуночек хорошо подходит, все замечательно. И вот настолько получилось. Во-первых, полотно получается благородное. Во-вторых, невероятно теплое. У меня он остался, еще там грамм, наверное, может 50-70. Но здесь метраж, сколько здесь, 500, по-моему, метров. Или 650, вот здесь 650 метров. И в граффити в черном у меня тоже было 650 метров. И я обязательно его добавлю куда-нибудь, или в шапку, или в носки. Это такая теплота и такая мягкость, облагородство а пряжи внешнего вида полотна получается, когда он раскрывается, это просто нечто волшебное. И вот такой цвет обалденный. Вы видите, ну, по крайней мере экран мой передает его правильно, как передают ваши носители, я не знаю. Я его я его берегу, у меня две бобинки вот такие Поскольку по, по сколько грамм я не помню, я брала так. По 500 метров. А, здесь смесовочка. Здесь 50. Видите, забыла уже. Если здесь стопроцентный бэби-як, то здесь 50% бэби-як, 50% беби верблюд и 50, 500 метров на 100 грамм. Вот такие потрясающие у меня есть артикулы. Если спросите, где покупала, я покупала их в магазине. Все связано. Так. Ну, я, я не знаю, здесь э, сломать просто можно язык, чтобы... Здесь я камела, а здесь... Ну, не, не, не могу прочесть, не знаю. Вот, покупала там. Есть у меня еще вот такой. Это вообще... Тоже, <laughs> Тоже пока я думаю. Ну, я просто боюсь, что мне его не хватит на плечевое. У меня 500 грамм его. И здесь 220 метров на 100 грамм. То есть здесь... Можно на так попасть, что его не хватит. А с, чтобы что с чем-то его смиксовать, у меня ничего нет по тону подходящего, даже на контраст. Это шнурочек, это толстенький-толстенький шнурочек. Я даже образец из него не отвязывала. И если буду отвязывать, я потом его распущу, потому что мне точно не хватит на. Э Изделия. Вы мне, кстати, часто спрашиваете, Юля, что ты делаешь с образцами? Друзья, иногда бывает так, что образцы у меня идут в изделие. То есть, если я чувствую, что мне не хватает пряжи, бывает такое, что я распускаю образец и до последнего сантиметра вывязываю. Но чаще, если у меня пряжи и образцы, я их просто утилизирую, я их не храню. И мне это не нужно. Это лишнее пространство у меня занимает. Это, это все равно, что остатки пряжи. И вот у меня остатки пряжи а также образцы, когда они уже изделия готово, все, все, мне образец уже не нужен, он идет в утиль, вот. То, то вот, вот эта пряжа, ее здесь совсем мало. Здесь 95 процентов бэби верблюд и 5 процентов полиамид. Я, это, это мягкость, друзья, невероятная. Цвет такой очень красивый, натуральный оттенок. На аксессуар тоже пускать как бы 500 грамм не хочется. Ну, в общем, может быть, какой-то жилет, я подумаю. Просто жилеты я ношу крайне редко, очень удобный <къем> предмет а, одежды, но у меня как-то нет водолазок, рубашек, вот с чем их носить. У меня два жилета были, остался один твидовый, очень люблю его, а, который я ношу с одной рубашкой горчичного оттенка. А вот чтобы разных-разных жилетов навязать, мне нужно разных-разных рубашек там или водолазок накупить. Вот, очень классная пряжа. Вот. И я сейчас почему-то приготовила еще. Сейчас я просмотрю вопросы. А, все, это, это приготовлена пряжа для другого вопроса. Перехожу к... В общем, в общем больше всего я люблю як, Это на первом месте. Дальше, конечно, кашемиросодержащие составы. Каши, кашемир с, э, э, с шелком. Кашемир с хлопком. Кашемир э, с мериносом. Очень люблю. Потом я люблю мериносы. Я уже сказала, гребенные мериносы. Потом я люблю... Э, Альпаку. Альпаку спущенную. Почему делаю акцент именно на вспушенной альпаке? Потому что она очень мягкая. А вот шерсть альпаки, она покалывает за счет наличия длинных остевых волосков. Вот эти вот волоски при загибе в петле, они начинают колоть. Я альпаку именно шерсть альпаки, не очень люблю. А вот спушенную альпаку я просто обожаю. И сюда я могу отнести дропс брашет альпака силк. Сюда я могу отнести, кстати, вот это вот мне очень-очень-очень понравилось. Ланг Ангелина, тоже собираюсь в ближайшее время начать вязать изделия из нее. Это смесовочка. Кто не видел, я повторюсь, здесь 54% альпака, 24% полиамид, 22% шерсть. Ну, потрясающая просто от компании Lang Yarns. А, обожаю махеры на шелке, Рован Сиам. А, вы у меня а, BBB. Дропс мне не очень нравился, махер на шелке. И вы у меня еще спрашивали за... Как она называется? вылетела из головы, но я ею не работала, но отзывы там противоречивые. В общем, ладно, не суть важна, да? Вот, в общем, уже многократно я в этом видео сказала, какие составы зимние я люблю больше всего. Ну и, конечно же, я выделила свою любовь это як. Я просто его обожаю, я просто его обожаю. Я еще мечтаю все купить моточный як, но он, он очень дорогой, он такой дорогой что и вот еще я моточный як я вот хочу купить себе и хочу я купить себе ну хотя бы на шапочку ну хотя бы на шапочку я хочу купить себе ангуру 80 тоже очень дорогая пряжа но вот не работала а моточный як это просто вот я пробовала это была серия ограниченная серия. Получала в подарок от Олечки и первой. Монгольский пух яка это просто шикардос. Это просто шикардос. Вот, вот такой, такой як я хочу купить. Он очень дорого стоит. Не вспушенный, а именно вот моточный ниточка скрученная, которая вообще классная. Надеть на шапку, на какую-нибудь. Вообще, вообще я мечтаю себе связать комплект. Это шарф обычной лицевой гладью широкий, где-то сантиметров 50, и очень длинный. И шапку, самую простую, самую обычную. И вот в комплекте, в натуральном оттенке, светло-серого какого-нибудь меланжевого такого оттенка. Очень хочу, и когда-нибудь я разорюсь, обязательно приобрету себе это и свяжу. Очень хочу. Вот, ну, в общем, о таких вот любимчиках я вам рассказала. Дальше. Есть ли то, что вы вяжете каждую зиму своего рода коллекция, которая пополняется обновочкой? Вы знаете, нет. Как, как таковой коллекции я не делаю коллекции там, зимние, коллекции летние. Вот у меня единственная коллекция носочков необычных, и в этом году я начинаю, начинаю новую коллекцию носочков, которую я назвала 12 месяцев. Вот, вот, но они вяжутся год. Не, не так, чтобы всю зиму только, да, а, а они будут вязаться в течение года, а, а так, чтобы. Там есть у меня коллекция изделий, связанных э, в совмещении крючка и спиц. Есть коллекция, можно разделить на коллекцию э, при объединении техник. Например, там смещенный реглан и реглан, смещенный реглан и круглая кокетка, круглая кокетка и реглан. Вот такие коллекции, да, но они не связаны с, со временем года. Я не могу сказать, что у меня там коллекция шапок или коллекция перчаток или коллекция варежек каких-то, да, что именно зимние, вот зимнее вязание. Нет, таких коллекций у меня нет. Так, что тут дальше? Как относитесь к вязанию на один раз, например, новогоднее платье и тому подобное? Отношусь положительно. В данный момент я этим не занимаюсь. Раньше, начиная, наверное, с 2011 года и до начала ведения Ютуба, когда я в запой вязала платье, чтобы я не связала себе платье на Новый год, такого не было. У меня все платья были парадно-выходные, но я их носила все в обычной жизни. Вот платье Кармен, которое я надевала трижды. Два раза из них я надевала на Новый год. И один раз я надевала еще куда-то. Не помню куда. И все. Но я считаю так, знаете, я отношусь почему к этому положительно. Был бы повод куда надеть. И мы наденем. Главное было бы, что надеть на на этот повод, потому что одноразовых изделий все равно не бывает. Можно эти изделия, которые, допустим, вечернего или коктейльного формата, их же не обязательно только на один раз, их же можно там на юбилей, на день рождения, куда-то в кафе, куда-то на какую-то вечеринку, не знаю, Новый год, юбилей, свадьба, в общем, их можно надевать многократно. Почему одноразовые, не знаю, ну я даже не представляю, что можно связать одноразовое на один раз. Не знаю, потому что в любом случае у меня эти изделия, они носились бы. Я бы нашла повод, когда их надеть. Хуже, когда повод есть, а надеть нечего. Поэтому, девочки, вяжем, вяжем. И да, мы потратим время. Пусть даже мы месяц потратим на изготовление изделия. Ну и что? А что, оно прокиснет? Ну, конечно, у нас размер может измениться. Ну, Значит, отдадим в добрые руки. Пусть, кстати, у меня все мои платья крючковые. Вот многие присоединились ко мне недавно на канал. И если вы не видели на моем канале парад моих изделий, я пришла с ним уже, когда YouTube я только открыла, я показала изделия, которые я вязала, которые у меня были. Их уже нет в наличии. Они все в добрых руках. И у меня две части. Второй парад, это моя кума вязала изделия, я ее учила с нуля держать крючок. И вот это все она навязала там за 2-3 года при моем участии. Поэтому на моем канале они фигурировали. В каждое ее изделие, Надюш, привет, знаю, смотришь меня, в каждое ее изделие тоже вложена частичка моей души, моих знаний. Где-то даже я там обработку помогала делать но сам факт того, что э, есть там моя мой, мой художественный взгляд немножко и поэтому я позволила себе на своем канале показать ее работы. Вот вы можете посмотреть там. Вот эти платья они носились очень много. Более того, они у меня были отвязаны. Потом я э, поправилась, я Славика родила и поправилась, и у меня был такой стимул похудеть, вы себе даже не представляете, потому что, в принципе, у меня не было иной одежды, а у меня был только вязаный гардероб. Летний, летний я имею в виду. И я в то время ходила, в то время они бы все эти силуэты были модными, и платья эти были актуальными, и много там взято из дизайнерских моделей. Джованни Диас, Ванессы Монтора там и так далее. Вот. И это смотрелось очень красиво, я с удовольствием их носила, это был стимул для похудения, я похудела и донашивала, и они были в идеальном состоянии, потому что у меня их было много, и сейчас их прекрасно носят другие люди. Это же хорошо. Поэтому считаю, что одноразовых изделий не бывает. Так, какое изделие в вашем гардеробе самое теплое? Расскажите о нем. О, вот я для этого приготовилась. Друзья, на самом деле у меня оно не одно. У меня на данном этапе два теплейших изделия, которые, ну, просто, вот, вот просто в них очень тепло и очень комфортно. Первое – это лапа пейса. Вставлю фотографию сейчас. связано изделие, простите, из микса пряжи. Здесь в основе корпуса участвуют, так, 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 здесь 62% кашемир, остальное... Не вижу меринос. Ага, Здесь стерлась, друзья, этикетка. Так, 62 кашемир, 23, если мне не изменяет мое зрение, меринос, остальное шелк. В сочетании вот с такой пряжей, горзата, кашмир горзата от Лана Гросса. Здесь в составе 48 кашемир, 34 хлопок, 18 шерсть. Это вспушенная ниточка, которая дает, что вот эта пряжа, что вот эта невероятную усадку и в длину, и в ширину. В ширину в окружности, если по окружности говорить, не по ширине изделия, а по окружности усадка была на 14 сантиметров. Вот такая вот пряжа. Она очень приятная. И в... это было вот в таком цвете, вот в таком оттенке. Вот. И в полотне, а у меня здесь даже, по-моему, образец, друзья, есть. Да, у меня здесь даже есть образец. В полотне это просто чудо какое-то. Это просто такое чудо невероятное. Это теплынь э, просто нереальная. Там же, во-первых, это э, лапопейса, которая имеет несколько нитей, да, и, соответственно, полотно плотное. И в э, узоре участвует также пух монгольского яка и меринос в светлом оттенке. Поэтому это изделие очень-очень-очень теплое, невероятно теплое. И второе изделие с такой же э, термоотдачей. Э, э, это моя Фрея. Кстати, у меня здесь изделие находится, кто не видел. Это моя Фрея. Вот это изделие. Вот оно. Я не скажу вам на память сейчас состав. Здесь вспушенная альпака тоже в составе. Невероятная мягкость. Потрясающее полотно. Я вязала его... Оно вроде как... Оно вроде как имело просвет, товарищи. В общем, после стирки вот этот пух вспущенная альпака, она закрыла все поры, и это получилось как... Тканное полотно просто, вот просто, как будто оно тканное. Оно не продуваемое, оно настолько теплое. Я почему, собственно говоря, его здесь оставила? Потому что я поднялась сюда работать в этом изделии, и мне было так жарко, что я прям тут разделась, переоделась в мастерской и оставила его на втором этаже, забыла спустить в шифонер. Вот это вот пряжа, это пряжа Фрея от компании Ланг Yarns. Кому интересно, есть обзор на это изделие. Вы можете, я там рассказываю по, по пряже, все по составу. Вот вы можете посмотреть, это невероятная пряжа. Это невероятная теплоотдача. Это очень-очень теплое полотно. И вы знаете, насколько оно у меня носибельное. Я его ношу, не снимая практически. Это вот просто настолько универсальная модель. И... Оно легкое, очень теплое, на себе не ощущается. Вот у меня есть, например, тыквенный джемпер. Он толстый, он теплый, но он не такой теплый, как вот это более тонкое полотно, более легкое по весу полотно, чем тот толстячок. Вот здесь теплоотдачи гораздо больше. Ну, потому что альпака. Альпака, она очень теплая. Вот, наверное, после яка альпака на втором месте. По теплоотдаче. Наверное, так. кашемир он комфортный. А именно по теплоте, наверное, на первом месте як, на втором месте это альпака. Вот все, что с альпака содержащими составами, оно самое теплое. Вот два изделия у меня в них в лютые морозы будет тепло. Это действительно так. И еще когда-то я вязала носки, у меня их уже нет в наличии. Я их сносила благополучно и даже умудрилась свалять потом. Но слава богу, что они уже были хорошо поношены, мне уже было не жалко их. У меня на канале есть даже узор на эти носки, они в таком бордовом цвете. Очень красивые были носочки, и они в составе имели кашемир. И мы, друзья, тогда поехали зимой, это было Рождество. Мы с кумовьями поехали в Логопарк, Ростовская область, и мы целый день, мы 7 часов были на улице с детьми, а я вам уже только в начале видео сказала, что не стоит выйти на улицу, я, за меня замерзают ноги, руки, нос, и я ничего не хочу. И я была в этих носках, в обуви, и у меня совсем не замерзли ноги. Там процентов 10 было кашемира в составе, вот было и, и меринос. это были очень-очень тепленькие носочки, очень тепленькие. Вот. Поэтому вот вот так вот отвечу вам на этот вопрос и мы поедем с вами дальше. Есть ли зимние цвета пряжи и какие они для вас? Но ну, здесь я буду краткой. Зимних цветов у меня не существует. Я не э, цвета не разделяю на во временам года. Я очень люблю зимой носить осенние оттенки и летом я люблю носить осенние оттенки. Ну, единственное что в летнем гардеробе больше преобладают светлые оттенки молочные сливочные либо сильно яркие я люблю яркие цвета причем когда я была юная я вообще не любила яркие цвета за исключением красного вот и в основном у меня были такие приглушенные такие <coughs> что такое простите с таким пепельным подтоном, вот такие вот оттенки у меня были. А сейчас меня в яркость прет. И это хорошо, яркость поднимает настроение. Я не хочу сливаться с серой массой. Вы посмотрите вокруг, друзья. Вот кто не вяжет, посмотрите вокруг на людей, которые не вяжут. Они все серые, черные, белые. У них какие-то моноцвета. Ничего такого сверхъестественного. Каких-то ярких оттенков там мало кто носит. А я люблю яркие оттенки, но я не, не раз, по временам года их вообще не, не различаю. Я, например, для меня э, молочный оттенок он вообще универсальный. Я его люблю как летом, так и зимой. Вот я еще хочу связать себе, когда-то я вязала, у меня был а-ля да, или как сейчас говорят, э, имитация лоскутного вязания, когда вяжется разными узорами. У меня был в молочном оттенке. Сейчас у меня уже его нет наличия. Я еще очень хочу связать себе вот такой зимний э, свитер с высоким воротом. Э, хочу обязательно, чтобы что-то вспушенное было в нем. Или альпака, или вспушенный меринос. Не знаю, еще не знаю. У меня еще и пряжи-то на него нет. Но очень хочу в лоскутной технике вот связать вот такой вот свитер себе. И для меня это тоже является зимним цветом: что летним, что зимним. Поэтому нет. У меня нет различий. По временам года. Так, как бы вы изобразили зиму на своем изделии? Ну, наверное, это последние мои носки, носки январь, которые я показывала вам в предыдущем видео, на которые есть описание на дзене. Вот так я бы изобразила зиму. Причем, если бы говорить о зиме как о разных месяцах, для меня ассоциация декабрь это красный зеленый белый цвет а январь это исключительно бело-голубые или бело-синие оттенки а в февраль это белый черный красный цвет вот вот такие у меня или или не белый черный красный а скорее наверное а светло серый или или бежевый красный и черный вот такие оттенки мне видятся ну вот, как-то так бы я изобразила. Ну а как я изображу, вы обязательно увидите, потому что коллекция-то, я надеюсь, она все-таки у меня будет. И январь уже есть, над февралем я еще пока усиленно думаю. Ну а до декабря еще очень далеко. Посмотрим в конце года, как я изображу зиму. Дальше. <клёх> я вижу жакарды. То есть, если говорить о технике, зима, как бы я изобразила, я бы изображала жакардами. Может быть, интарсиями я бы изображала бы, но не ажурами. Хотя, хотя подождите, а что это я? Я бы косами-аранами с удовольствием изобразила зиму. Что-то я как-то себя в какие-то рамки загнала, вам не кажется? Да, косы-араны. Вот только что сказала вам про свитер, да, который в лоскутной в имитации лоскутной, лоскутного вязания, который различными узорами вяжется. Я вижу только оранистые узоры, переплетения. Я не вижу там ажуров. Хотя тоже имеют место быть. Вот. Но вот ажуры все-таки ажурами, я бы, если говорить о плечевых изделиях, я бы не изображала. Ну, зима для меня это цвет краски, ну, повторяться уже не буду. Все-таки это жакарды. Больше это жакарды. Так, дальше. Мороз рисует на стекле. Лед на реке. И это природные узоры. А какие узоры в полотне ассоциируются у вас зимой? О, а я разве не об этом сейчас говорила? Да! Мороз рисует на стекле, лед на реке, и это природные узоры. А какие узоры в полотне ассоциируются у вас зимой? А у меня жакарды. Я когда вяжу Жаккард, это я как будто рисую пряжей. Пряжей, я рисую пряжей. Это же здорово, это, это, это волшебно, это интересно. Да, это сложно. Это нужно любить, это нужно уметь, это нужно, нужно терпение, выдержка. Это не просто так сидеть там и получать удовольствие от вязания. Это нужно внимание, это нужно следить за натяжением. Но это же красиво, это волшебно. Это вот об узорах. Ну и опять же узоры раны. То есть как бы два вопроса я объединила, отвечая. Так, если бы вы собирали зимний набор для вязальщицы, что в него входило бы? Зимний набор для вязальщицы, именно зимний. Ну, если набор. Во-первых, вязальщица не сможет вязать без инструментов. То есть, скорее всего, это были бы спицы, в первую очередь, из инструментов. Но если бы это был крючковяз, тогда был бы крючок. То есть, инструмент по-любому. Облегчает вязание нам всегда. Это такие приспособления, как счетчик рядов и маркеры. Скорее всего, их бы я тоже туда положила. Мы не сможем связать и правильно посадить на себя изделия, если мы не снимем мерки. Наверное, я бы туда положила и э, сантиметровую ленту. Ну и, наверное, э, пряжа, которую можно между собой поженить. Не просто готовую, готовые моточки, а скорее всего это была бы тонкая бобинная пряжа, возможно, плюсом моточная пряжа с какими-нибудь пушистиками, да, чтобы они были сходны по цветам. Мне вот Последний раз моя зрительница, которая мне постоянно, частенько присылает шикарнейшие просто подарки, она это делает за меня, и я имею в виду подбирает цвета, и у нее настолько это фантастически получается, это так облегчает жизнь потом, и мозги мои никогда не надо думать, что с чем подмешать, потому что уже все продумано за меня. И вот этот вот момент, когда подбирается для микса, вот то есть. Проще всего пойти, купить готовую, готовую там пряжу или там даже, даже бобильную взять, такого метража, чтобы можно было ее просто сразу вязать. А нет, а вот именно, чтобы подобрать разные артикулы для вязания одного изделия. Вот, наверное, так бы я сделала. Может быть, дополнила бы каким-нибудь небольшим конусом с пайетками или с Люриксом, если человек любитель этого. Ну, то есть, что-то создала бы вот такое... Наборчик, вот такой наборчик, комплект для э, изготовления изделия. А, вот, вот так я отвечу на этот вопрос. Я аж разулыбалась, аж размечталась, понимаете. Вот, друзья, я ответила на все вопросы тега. Еще раз огромная благодарность автору тега Натальи. Э, вообще просто, друзья, если может, может быть вы хотите как-то ответить на один из вопросов, пожалуйста, пишите в комментариях. Я с большим удовольствием почитаю ваши комментарии. И напишите мне, а какой у вас любимый зимний состав пряжи. Что любите вы больше всего? Ну и мы с вами сегодня будем прощаться. Я надеюсь, что вы повязали под мою болтовню. Надеюсь, что провели со мной хорошо время. Я желаю вам, конечно же, вдохновения, творческих успехов, благополучия и всего самого-самого доброго и наилучшего. Люблю вас. Всем пока.